Вот наступило утро. Оно утро солнечное, такое хорошее, красивое, морозное, но чуть-чуть хмурое, потому что, так понимаю, что в палатке мы ушли в 2 часа ночи, так ничего не происходило. Да, до утра вот сидели, вообще ни одной поклевки, ни шевеленки. Но зато было 2 загара ночью. Одну достали рыбу. Хорошая. Судачок. Да, судачок. Я вижу, вот лежит судачок. Судачка. Ну возьми в руки судачка, показывай, что. Не я же его поймал, а ты. Ну-ка. Килограммчика полтора. Полтора, поболее чуть-чуть. Да. Что, хорошо взял? Да, отлично вообще. Все размотал тоже? Да, все вымотал. И большой так, живец? Да, живец хороший, большой был. Плотва с ладошку. Значит, на щуку ставил, да? Да, ставил на щуку. Ну, щука что-то странно не берет, пока не знаю. Ну, сейчас смотри, день. Утро, сейчас попробуем половить, потому что ее докормили немножко сейчас. И я не думаю, что лещ выйдет, но подлещик выйдет. И ждем поклевок еще на жерлице, потому что еще утро, еще рыба аппетит-то сейчас проснется. Немножко половим еще. И пробежимся чертиком, наверное, по соседним бункам. Соседи тихонечко разбежались. Вот, а прикормочек там лежит, поэтому можно и там рыбку взять. Николай, также не поймав ни одного леща, свернул палатку. Напоследок решил погонять чертика. В результате ушел от нуля. Леща поймал, но очень небольшого. После его ухода я сел на эти же лунки и тоже увидел поклевки. Сосед ушел, а здесь на чертика вот подлещики клюют, неплохие. Но мы его отпускаем.